Спасти пекинесов не так уж и просто. У него, у Фили очень шуба. Шуба очень пушистая, жаркая. Желательно, конечно, было бы его подстричь. В квартире жарко, пекинесы не переносят жару. Вот Хейли у нас, она подстрижена, и полегче, конечно. А, так как Фили у нас мальчик, Филя мальчик, он как бы работает, прыгает, много энергии тратит. Вот Филя. Да, ему очень жарко в такой шубе, еще и в квартире, конечно, находиться. Ему тяжело. Ну вот, вот так вот они у нас знакомятся пока на территории Хелли, на территории девочки. Привезли его из города сегодня. Ну вот, активность проявляет. Ну, очень быстро устает, конечно. Шуба очень жаркая, теплая. Конечно, желательно бы пекинесиков подстригать, потому что им, конечно, тяжело так ходить в квартире. Вот это Филя. Да, устал, прыгал, прыгал, устал. Такой беленький, пушистенький. Красавчик, вот такой беленький, пушистенький. Это Филечка. Наш женишок. Такой вот у нас красивый женишок. Да, охлаждается под окошком, лежит жарко ему. А это Хелли. Это наша девочка Хелли. Вот она себя более спокойно чувствует, поскольку она у нас подстриженная. Короткая стрижечка у нее. Вот. Отдыхает. Но она сегодня нагулялась, за Филей ездила в гости в город. Да, но в это время они обычно спят, пекинесики, потому что это малоподвижная порода. Вот они погуляли, и днем они спят. Ну, пока вот так мы себя ведем. Вот не знаю, получится ли у нас сегодня. Это уже второй кобель, которого мы привели на вязку. С первым ничего не получилось со Степой. Вот. Вот это уже второй кобель. Вот пытаемся. Вторая попытка у нас. Будем смотреть, как что получится. Да, Хелюш? Может быть, получится сегодня. Хотя бы Филечку она хотя бы подпускает к себе. Это уже хорошо. И Филечка тоже проявляет активность. Ну вот пока так.